И сейчас отправляем с вами эссесинов. 40 единиц каждый получил. Он сдал квебик. Давайте сразу с квебиком разберемся. Тоже, смотрите, легко. 15 минут их не будет. Ну, всех троих, естественно, мы отправим. Так, приступить. Канал донесений тамплиеров. Разведка доложила, что Монреаль, как и многие другие порты, захвачен тамплиерами. Отправляйтесь в Монреаль и положите конец козням тамплиеров. Уедет, когда мы это сделаем. Что с тобой беседовать можно? Это начало. Продолжайте, и мы перейдем к делу. Что как-то плечо в плечо они так пообщались. Для разнообразия. Я думаю, что можно и на лошадку сесть. Ну что, бунт поднимаем. Поднимай бунт. Хватит с нас тирании. Все, началось там. Похоже. Удачно, кстати, зацепили мы с вами этого больного. В общем, да, видите, как нас разрабы стимулируют. На сгоревшем доме. Спокойно. Что случилось-то? Почему я сразу красный? Еще быстрее. Гляньте, тут на самый верх придется залазать. Блин, сейчас стрелять будут. Будут стрелять. А что так много-то? Ну, давай, нет, не хочешь наверх. Должны от них спрятаться там на самом верху. Тут еще, кроме того, какая-то страница у нас, да? А ну вернись, проклятие! Я не проклятие. Давай. Да, бляха ты мух. Блин! Еще быстрее. Хоть страничкой улети. Блин. Держись, золотой, держись. Только не падай. Страничка упорхнула. Я думаю, это не катастрофично для нас. Во. Почти сейчас будет синхронизация. Пусть палят, что хотят, то и делают. Повиснуть? Нет, еще выше, оказывается, нужно подниматься. Да, вот где птичка сидит. Это то самое место. Ну дай синхронизировать-то мне. Во. Да ну, вы гоните. Сен-то есть тут хоть? Собака грёбаная сейчас палит. Не должен никто увидеть! И никто не увидел. Иди, следующий кто-нибудь, подходи. Блин, да завалите в эту собаку. Все. Я вышел, меня не должен никто опознать. Убираемся, пока здесь ничего плохого не произошло. Ух ты, смотрите сразу, сколько у нас тут точек с заданием. Блин, почему не удалось выбрать, почему не удалось выделить это задание? Скоро уже должны какого-нибудь дополнительного ассасина с вами завербовать. У меня такое ощущение, потому что задание, как вы можете заметить, очень несложные. Тут, наверное, кого-то завалить надо будет, да? Сейчас сразу перезаряжусь тогда. На всякой пожарной. Тихо, я свой, ребят. Еще одна страничка. Так, лошадки, давайте заезжать. Снова у нас патруль, да? Ну чё, тогда вот так вот сейчас. Скотина. Ну всё, давай. Давай, рассказывай, что там у тебя. Вау! Как я мог в кустах, кстати говоря, отсидеться. Да блин, дайте мне из лука грёбаного выстрелить. Давай, отнимай. Отлично, обезоружили этого. Второго засчитаем. И комбо. Комбо давай. Ну кто кого? Здоровится я знатно, конечно, с него потерял. Оу-е! Добиваем. Отлично.
Так, сейчас, во-первых, обыск для начала всех вот этих трупов, а потом уже будем общаться с лидером. Ничего подождет. Посидит, пусть пока помолится. Кто вами командует? Не знаю. Ни в лицо, ни по имени. Они все хитрые. Никому не верят. Подозревают всех и вся. Прошу, не убивайте. Ну, не будем, ладно. Не будем его убивать. Пусть поживет. Должен же он донести до своего лидера, что за ним началась охота нешуточная. Так, кстати, глянусь просто ради интереса, сколько уже процентов-то. Полтинник, и тут полтинник. Здорово, там сейчас уже будет вообще где-то под 70%. Так, ну что ж, давайте сейчас к следующему месту с вами отправимся. Слезай. Тихо. Да ладно, слажу. Уговорил. Да блин, вы задрали. Слушайте, ну это вообще реально. Уже просто бесит. Тихо. Сейчас сюда еще другие прибегут. Давай, разоружай его. Скорее. Так, домовушку, наверное, сюда надо попробовать сейчас бомбануть. Которой у меня, к сожалению, нет, друзья. Ну, нет так нет. Ладно, пофигу. Оу, е! Что, может, какой-нибудь гигантская комбо будет, нет? А здоровье-то я не особо много потерял пока что. Такая группа. Жесть! Нифига себе, приемчики он тут исполняет. Разоружай давай его. Ну вот и все, пожалуй. Отлично. Вот так вот со всеми мы, дорогие друзья, разбираемся. Следующие. Что нам дают? Там бы стрелы какие-нибудь. Зато сейчас одеяло еще сможем с вами сжечь. Ну вот и все. Теперь одеяльце. Так, все партии одеял мы с вами подвергли сожжению. Так, что у нас? Мы с вами работаем в Западном округе сейчас. В Западном округе доступно еще несколько заданий. Ну, давайте тогда раз западный, так западный. Прям сразу все это. Ну, если, конечно, никого там больше никуда нести, не нужно будет там восточный конкурирующий вот этот округ. Да, блин, какого черта ты опять лезешь туда на самый верх? В принципе, так меня управление, в общем-то, устраивает. Всегда у меня были проблемы именно с тем, что он лезет куда не нужно. Нужно вовремя просто кнопочку эту отпускать. Так, подождите-ка. Тут же где-то было заданице. Гляньте-ка. И оно пропало. Вот тебе на. А чё ж так получилось-то? Ну ладно, ничего страшного, сейчас с вами доберемся до следующего, но здесь уже без лошади не обойтись, поэтому мы давайте, пожалуй, ее призовем сейчас и отправимся уже на ней. Сейчас, наверное, я вывернул сюда на эту улицу по другой стороне, потому что у нас там могут быть неоткрытые области. О-о-о! Вот это другое дело. Форт Вашингтон. Ха-ха.
Ну все, сейчас понесется, да. Третий из семи. Давайте сразу смотреть. Тихо. Да, я уже зашел в запретную зону. Гляньте-ка. А, не, мне показалось то, что капитанчик там у нас уже стоит. Что же сделать-то? Для взыскательных рестораторов. 8 патронов, нормально. Так, успеем вообще туда? Мне кажется, мы туда не успеем проскочить. Или успеем? Ну ладно, давайте попробуем в любом случае. Так, и бегу. Так, если ребят. Если не хочешь расстаться с мозгами, проваливай. Готовиться! Блин, а, закрыто все. Ух ты ж. Ну ладно, давайте в бой тогда вступать. Давай, хватай кого-нибудь. Но они промахнулись, слава богу. Слушайте, а там что такое? Другие где-то палят. Блин, они походу сверху там валят. Всех. Ну давай, обезоружь его. Бля, вот скоты, а. Ток не падай. Ну-ка, забей его уже, наконец. А, отлично, комбо может получиться. Ну-ка, обезоружь его. Да блин, не получается. Его надо вообще пробивать по-другому. Ну-ка. Да ёшкин ты кот, ладно. Этого сейчас убьем. Ну-ка, убей его вообще. Вот это другое дело. И офицеришка гребаный у нас остался. Так, ладно, это все, конечно, замечательно, но нам нужно с вами отыскать, пожалуй, какой-то обходной путь, потому что, как видите, здесь у нас возникла определенная проблема. Так, отсюда мы с вами убираемся. Может быть, где-то... Ну, помните, там другие форты, которые на возвышенности, правда, были, они имели какой-то дополнительный вход. Я думаю, что здесь, ну, по идее, могло быть нечто... Могло бы быть нечто похожее. Ну, так как этого нет, я думаю, что навряд ли там где-то со стороны воды. Хотя, черт подери, может быть, там пристань, какая-то мини-пристань у них есть. Но в любом случае, давайте сейчас попробуем попасть. Я не понимаю, почему... Блин, опять двое, смотрите, опять все закрыто, да? И как же мне туда попасть? Как же они хотели бы, чтобы я туда попал? Ладно, пока. Не-не-не, сейчас в инкогнито с вами превратимся, да. Нас никто не должен с вами преследовать. О, гляньте-ка, я уже вижу даже входик, как мы с вами попадем туда. Поэтому напрасно, пожалуй, мы с вами там устраивали заварушку, потому что здесь все можно выполнить намного проще. Так, сейчас вот этот лагерь обежим их, брезентовых палаток. Ну, надо было, конечно, нужно вот на эту штуку забираться. Так, а вот здесь уже открыто, смотрите-ка. Тихо, я сразу бегу к капитану. Или порох, давайте порох подожжем. Сейчас нужно спрятаться, потому что все сюда сейчас прибегут, а тут фортик-то не маленький, форт Вашингтон, потому что, наверное, называется, поэтому очень многолюдный. Ух, интересно, если я здесь, десинхронизация будет? Сейчас глянем. Не, нормально все. Так, тревога, это мы знаем. Сейчас я прибегу сюда, смотреть, что же случилось. Не понимаю, что же произошло, что же взорвалось. Бочки все целые, доски все целые, и пошли искать, да? О, сейчас будет проверять. Ау, ты тут прячешься, что ли? Здесь эта крыса, где-то здесь. Ты сам ты крыса, смотри, сколько точек вообще на карте. Найди и убить гада. Здесь эта крыса, где-то здесь. Поверху побежим сейчас. Сейчас эти ребята уйдут. Явно где-то здесь. Здесь эта крыса, где-то здесь. Явно где-то здесь. Найди и убить. Интересно, не здесь ли ты?
Действительно интересно. Еще одного из закрытия с вами завалили. Ну и теперь, как я говорил, на самый верх. Найди и убить, гада. Так, беседуйте, беседуйте. Я пока вашего капитана убью. Оба! Жесть. Так, где флаг ваш, гребаный? Блин, на него добежать еще надо. Попробуем. Слушай, без комментариев, на самом деле. Ну вот это мастерство. Ну, блин, на долю везения, конечно, тоже. Ну и то хорошо, что так все получилось, потому что народу здесь было, ну, очень-очень-очень много. И, блин, долго бы здесь мы с вами возились, надолго бы увязли, поэтому то, что это было достаточно быстро, нам это просто на руку, это экономит большое количество времени. Ну, поздравляю вас, еще один форт у нас освобожден, здесь должны нам сейчас заплатить где-то 7500 у нас это же, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Так, где ящик? Где сундук? Так, возможно, он... Возможно, здесь вниз никак не пройти. Наверное, он может лежать тут наверху и охраняться, кстати говоря. А, вон он. Ну, слава богу. Ну, а теперь, пожалуй, уже для меня самое несложное, это... Взламывание замка. Давай. Отлично. Кстати, еще с вами сможем купить несколько карт, если понадобится. Да, блях, ты мух. Сорвался стик, да. Признаю, да, такое было. Так. Ну, блин, где? Вот оно, положение это нужное. Оу, е! Семь с половиной тысяч мы с вами отыскали здесь. И это второй сундук из четырех в центре города. Ну а теперь на всех парах несемся с вами мы на выполнение тамплиерского задания. Скоро уже можно рассчитывать, что мы сможем завербовать очередного ассасина. Так что вперед. Сейчас на лошадке с вами поскочим. Вот, гляньте, прям в черте города. Был этот форт, я так и знал, что стоит сюда на окраину заглянуть, и, как оказалось, не напрасно.